К другим новостям. Более 15,5 миллионов вызовов обработали операторы подмосковной системы 112 за время ее существования. На днях этой службе исполнилось 2 года. На данный момент это самая масштабная из аналогичных систем на территории Российской Федерации. В нее поступает 82% всех экстренных вызовов региона. Систему 112 в Подмосковье ввели в эксплуатацию 1 июня 2015 года. В ней задействовано более 3500 человек. Это операторы, психологи, переводчики и IT-специалисты. Наибольшую эффективность служба показала при оказании помощи в экстренных ситуациях. Чаще всего на номер 112 звонят по вопросам оказания помощи медиков и полиции. Ежедневно областные операторы системы обрабатывают более 20 тысяч звонков. Взаимопомощь друг друга обязательно, потому что бывают звонки разные, бывают, и когда требуется помощь нескольких служб, естественно, активизируются все свободные операторы. Столько же, 2 года, работает и Люберецкая единая дежурно-диспетчерская служба 112. За это время местные операторы приняли более 750 тысяч звонков. В неделю к ним поступает около 4000 вызовов. Стоит отметить, что Люберецкая служба неоднократно занимала первые места в регионе по количеству принятых и обработанных вызовов. Анна Троян, телеканал ЛРТ.